Денис и Павелай готовятся к турниру «Галакио-Кей» вместе с Сергеем Марарем и Денисом Болотовым, которые также примут участие в этих соревнованиях. А Павелая предстоит выйти на ринг в суперфайте до 84 килограммов против литовца Вальдемара Кулды. Заметил, что он больше работает вторым номером. Хорошо чувствую дистанцию, но я нахожусь в отличной форме. Думаю, это удобный для меня соперник, хотя он, как и я, левша. Недавно на чемпионате мира среди любителей в Вильнюсе Кулда победил знаменитого Александра Стецуренко. Но я уверен, что Денис одолеет его. Потенциал у него есть. В этом году Кулда уже приезжал в Кишинев. Литовец уступил по очкам румыну Даниэлу Александру на другом турнире, организованном Ассоциацией боев и шоу. Бой Апавулая Кулда пройдет 19 декабря на турнире «Галакио-Кей». Билеты можно приобрести в кассах театра оперы и балета. Стоимость самого дешевого – 180 леев.